Приветствую, приветствую всех! А у нас пополнение новой меховой коллекции в Дубне, меховой на Тверской. Улица Тверская, дом 14. Появились норковые шубы с лисой, шикарные летучки с рысью, с куницей. Сейчас все это посмотрим. Традиционно пополнили нашу коллекцию шуба и летучка, цвет пастель, с капюшоном и с куницей. Аккуратный раскрой высочайшего норка, качество, объемный, шикарный, шикарный капюшон из куницы, смотрится шуба великолепно. Легкая, элегантная, на каждый день норка высочайшего качества, словно пух. Объемный капюшон из куницы. Сидит отлично, лекала здесь просто высший класс. А это такая же красоточка, но с капюшоном из меха рыси. Объемный пышный капюшон из такой ярко выраженной рыськи. Цвет пастель. Норочка велюровая. Рысь очень красивая, воздушная. Шуба отлично скроена, удобно и лекала, шуба на каждый день. А капюшон здесь просто прелесть, просто прелесть. Рекомендую к примерке. А это такой же фасон, но из черной плюшевой норки, с капюшоном из рыси. Объемный капюшон. Шикарный, объемный, красивый капюшон. Норка невероятно мягкая, хорошая. Лекала очень удобная. Шуба на каждый день и для любительниц авто. А это шуба кокон. Паркетная раскладка шкурок. Цвет горький шоколад. Капюшон выполнен из объемной пышной лисы. Шуба невероятно удобная, мягкая, теплая, лекала здесь отличная. Густой мех, пышный капюшон. Сидит шубка изумительно. Рекомендую к примерке. Появилась шуба Автоледи. Оригинальный окрас, длина примерно 75 сантиметров, 75-80. Здесь оригинальные идут шкурки. Плечи реглан, такой полукруг. Модель называется рубашка. Норочка мягкая, хорошая. Манжет здесь отстегивается. Модель Автоледи, шуба на каждый день. Рекомендую к примерке. Новый фасон, новый цвет, легкая трапеция, модель А-силуэта, прямо и чуть-чуть свободная к низу. Модель удлиненная рубашка, снизу проходит подол волной, очень хорошо смотрится, у шубы есть капюшон, расцветка светлая лаванда. Лекала очень хорошая, сидит удобно. Рекомендую к примерке, размеры все. И также в данной модели у нас есть разные расцветки. А это такая же шубка, модель А-силуэта. Норка мягкая, хорошая, густая, теплая. По подольчику проходит такой овальчик, паркетик. Снизу идет такие полосочки нашиты оригинальные. Манжет оригинальный. Вот. Шуба комфортная, удобна, размеры есть разные. Шуба с капюшоном. Рекомендую к примерке. А это такая же шуба, ашечка, А-силуэт, но шуба в большом размере. Цвет темная лаванда. Шуба с капюшоном, лекала удобная, хорошая. Мех здесь густой. Мех здесь густой, размера на побольше, размер на побольше. Рекомендую к примерке, шубка в наличии, размеры есть разные. Фабрика нам дала шубу, более длинный фасон, удлиненный фасон. Здесь идет в роспуск, здесь идет паркетик снизу. Смотрится оригинально, хорошо.
Аккуратно выполнены плечи, шуба с капюшоном, длина за колено, до середины икры. Где-то длина 110. Цвет лаванда. Камера этот цвет не передает. Вот. Шуба с капюшоном. Шуба с капюшоном. Расцветка красивая. Такую красоточку рекомендую к примерке. Сидит шуба хорошо, внутри кулисочка проходит. Красивая, хорошая шуба. Получили красивые классические шубы, трансформер, черный цвет, поперечка. Дополнили размеры. Шуба с капюшоном, размерный ряд весь. Шуба смотрится стильно, модно, на каждый день. Черный цвет Black никогда не выйдет из моды. Рекомендую к примерке. Получили оригинальную шубу. Шуба классическая поперечка, длина чуть за колено с капюшоном. Но здесь идет оригинальный манжет, двойной рукав. Он отстегивается. Смотрится необычно, смотрится стильно, модно, по-новому. Лекала здесь удобные, хорошие, мех толстый, густой. Вот он. Здесь идет змейка. Проходит, рукав отстегивается. Но он носится именно вот так вот. Это классика, но необычная. Модель довольно-таки оригинальная, интересная. Рекомендую к примерке. Красивый цвет. И вновь в нашей коллекции шуба из каракуля. Цвет электрик, длина чуть за колено. Шуба мягкая, хорошая и легкая. Она не тяжелая, как раньше был каракуль. Такие шубы были с каракуля более грубые, более тяжелые. Каракуль здесь мягкий, легкий, приятный, каракульча. Шуба с капюшоном. Вот она. Цвет очень красивый, размер не маленький. Размер не маленький. Норочка высокого качества, каракуль. Вот. Такую шубу рекомендую к примерке обязательно. Смотрится элегантно, красиво. Пополнили коллекцию шубы Автоледи. Цвет пудра, длина примерно 75-80 сантиметров. Шуба Автоледи, шуба на каждый день с капюшоном. Удобная, красивая. Два размера пришло. Шуба смотрится отлично, стильно, на каждый день. Рекомендую. Не забываем и тех, кто не носит норковые шубы, либо кого интересует одежда до норковой шубы, повседневная. Привезли пуховики, цвет золотой жемчуг, капюшон, отделочка енот. Енот, такой лисица, или из лисы, или из енота, красивый мех. Длина за колено, двусторонняя змейка, снизу можно отстегнуть, сверху. Натуральная кожа, цвет светлый, такой золотой жемчуг. Вот он мех, лисичка или енотик здесь, вот он красивый. Пуховик очень удобный, очень теплый, отлично подойдет на любую погоду, до минус 30 можно носить смело. Хорошо вас спасет от влаги, от морозов, от такой влажной, влажно-морозной погоды, ненастной. Кожный пуховик – это то, что нужно. Вот, размерчики привезли все, размеры привезли все. Вот они. Также есть пуховики в черном цвете, тоже размеры разные. Вот, Автоледи, короткие кожные пуховики. Цены демократичные, приходите мерить. Размеры почти есть все, почти есть все. Так, также не забывайте, что у нас есть большой выбор шуб из овечек, размерчики разные. Вот, у нас есть пуховики синтепоны от 19 тысяч рублей с лисами, кожаные пуховики женские, мужские, куртки зимние, теплые. На еноте, на волке, на мутоне, на синтепоне зимние.
Вот, дубленки женские у нас есть и норковые шубы. Сейчас все посмотрим. Традиционно сделаем обзор нашего магазина. Так, традиционно делаем обход нашего шубного магазина. Так, пожалуйста, значит, шубки Автоледи. Шубы Автоледи сверху висят, размеры разные. Вот, давайте посмотрим. Снизу у нас висят шубы, длина чуть за колено. Длина чуть за колено, вот они. Так, это коротенькие, вот длина чуть выше колена, 90-ки, чуть выше колена. Поперечки. Здесь у нас висят шубы, вот они, чуть за колено. Размеры все, расцветки есть разные. Так, это беленькие, тут серенькие, выше колена. Наши красоточки-летучки висят, тут бобрики немножко. Вот, пожалуйста, тут каракульчата висят у нас. Разные, электрик, графит, коричневый. Так, вот, пожалуйста, шубы чуть за колено. Вот они все. Размеры у нас все есть до 80-х. От 40-х до 80-х. Так, сейчас мы с вами смотрим шубы. Вот, это пушистики пошли. Пушистики. Ну, тут, видите, разные. С рысью черные, светлые. Шикарная норка, густая. С куницей. С куницей. Чернобурка. Белый с куницей. Графит. Чернобуркой, стриженная норка есть. Вот, приходите стриженную норку пощупать. Вот она, хорошая, велюровая. Черная норка с куницей. Тут лаванда с куницей, светлая, цвет орех. С чернобуркой, с куницей большие размеры. Светлые, серые. Чернобуркой графит. Шикарная золотая классика. Вот, так, здесь у нас летучки наши шикарные висят. Вот с куничкой, пожалуйста. Летучки с рыськой-брыськой. Пастелька черная с рыськой-брыськой. Вот такие шубы. Автоледи. Лаванда. Пудра. Лаванда. Удлиненные. Черные. Бобрики. Кожаные пуховики шикарные. Так, здесь у нас черные шубы висят. Дубленки женские, кстати, очень хорошие фасоны. Вот красивое молочко цвет, дубленочка. Модель кольца шикарная, кожа, мутон, овчина. Так, большие размеры кожаных курток, это пуховики женские. Вот они все размеры. Так, здесь мужские пошли, с енотом, с воротниками, с норкой, классика. С капюшонами на синтепоне. Тут вот видите, капюшон. Размеры разные есть. На волке, подклад волк с капюшоном. Размеры большие. Мужские, кстати, до 64-х включительно есть. Так, сейчас смотрим мы с вами еще шубы из овечек. Шубы из овечек висят. Вот здесь у меня шубка есть из такого из барашка. Красивая, модная, стильная. Вот. Это овечки, 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 овечки. Так, сейчас мы посмотрим у нас. Здесь еще разместил шубки. Там уже не помещается. Вот они, пуховики красивые. Серебро, хаки, черные. Эти по 19 тысяч. Вот эти чуть-чуть подороже. Тоже серебро с лисой. Черные красивые с лисой. И овечки наши, овечки, овечки, овечки пошли. Все, посмотрели всю новую коллекцию. У нас действует акция «Обмен шуб ваши на новую с доплаты», рассрочка без переплат, любая на заказ, без залогов, без обязательств. Наличие около 300 норковых шуб и также другой одежды. Увидимся в Меховом на Тверской. До встречи, пока-пока! А вот и отфотографировал наших красоток. Летучка с куницей. Прямая шуба кокон с лисой, цвет орех. Так, серая шуба, распуск, капюшон, рукав поперечка. Шуба Автоледи, новая расцветка. Модель Ашка, распуск с полосками поперечки снизу. Модель рубашка, это такая же цвет темная лаванда. Это шуба классика, поперечка трансформер черная. Модель кокон, длинная, цвет лаванда, размер средний. Добро пожаловать на примерку!